Многие отдыхающие умышленно приезжают в Анапу в межсезонье. Признаются, что курорт хорош в любое время года. К тому же сейчас город менее насыщен людьми. А для любителей спокойного отдыха это плюс. Зимой, когда народу мало вообще, и погулять также можно. Приятная, хорошая погода. От души здесь можно. Никто не толкается, никто не орет. Спокойно походить, подышать. 10 лет ездили в Турцию. В этом году вот я приехала в Анапу. Хорошая, лечебная база хорошая. Хорошие, все такие приветливые, люди добрые. Глаз отдыхает, все чистенько, все, знаете, до неожиданности ухожено. Хозяева города, видимо, следят за внешним обликом, архитектурой, но, по-моему, умело очень используют местное своеобразие растительности. Очень грамотно сопоставлены всякие виды растения и, опять-таки, за ними ухаживают. А перед Новым годом новогодняя подсветка, она не давит, она не приторная, она в самый раз. Чувство меры вот присутствует все в Анапе. В межсезонье все музеи, океанариумы и многие другие культурные и развлекательные заведения работают в штатном режиме. В Анапе даже фонтаны на зиму не закрываются, а застывают, продолжая оставаться украшением курорта. К слову, многим нравятся и простые прогулки по Теренкуру. Медики говорят, что наш морской воздух, насыщенный фитонцидами хвои и водорослей, оказывает самое благоприятное воздействие на организм человека. Это подтверждают и многочисленные туристы, которые едут сюда, как они сами говорят, просто подышать. Ну, у вас очень чистый воздух. Мы даже по общему состоянию здоровья ощущаем, потому что косну клонит уже третий день от того, что прям вот чистейший воздух морской. Мы за этим и приехали, можно сказать, за воздухом, чтобы подышать, понаслаждаться. Морским воздухом, да, здоровым. Да. И в тишине побыть. Еще одним пунктом остановок гостей курорта являются бюветы с минеральной водой. Также многие едут к нам поправить здоровье в многочисленные круглогодичные здравницы. Сейчас работает 36 объектов санаторно-курортного и гостиничного комплекса. А также обширная программа новогодних туров. Ну и мы не забыли, уже приятная традиция, второй год подряд от новогодней елки будут осуществляться пешеходные, доступные, бесплатные экскурсии для всех желающих. Улицы курорта продолжают преображаться, создавая новогоднюю атмосферу. Многочисленные декоративные элементы уже стали излюбленными местами для фотосессий. И это только начало. По заданию мэрии, к 10 декабря Анапа должна быть полностью украшена и готова во всей своей новогодней красе дарить праздник жителям и гостям.